тебе смертный, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости меня. Века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи в жилище себе, сей покой мой век и век века, зде вселюся, яко изволи, и лови Твоего, благословляй, благословлю, нищий его насыщу хлебы, священник и нарезай, так не усилите, себя не страшный, святый есть. Я честь царевы суд любит, ты готовишь себе золотые, а вот и правду, я полюбился в любви, я снасвиду Господа Бога нашего, и поклоняйся себе Божьему Богу, яко свято есть, миссия воды. Живоносного креста, на нем же возлюбленный Твой Сын пригвожден быв умре, и смерть умертви, и всю силу дьяволю упразни, и живот миру дарова, церкви свои оружие непобедимое, освящение же и покров державен, и вере утверждение, и от всех дьявольских козней избаву, и крепкое спасение упование. И живота получения непостыдную надежду даровал Еси, тем же мы, раби Твои, дали тебе благодать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тридневно из мертвых воскресы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, силою честного и животворящего креста, и всех ради святых Своих помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Сегодня в православной церкви существует традиция ставить или новосооружать кресты поклонные при въезде и выезде из города. Что это значит? Это значит, когда человек въезжает в город, он должен понимать, что здесь живут православные люди, во-первых. А во-вторых, выезжая из города, вот мы сегодня освящали наш поклонный крест, он стоит при выезде из города. Но он стоит при выезде из города по разным направлениям. Север, юг, запад. И мы крестимся и молимся на крест и спрашивая благословение Божие. Крест – хранитель всей вселенной. Крест – красота церкви. Крест – демонов язва и ангелов радость. Крестом, когда Господь зашел на крест, это не считается оружие смерти, это считается орудие жизни. Потому что Господь взошел на крест, чтобы даровать жизнь всем нам. Тем самым Он победил смерть. Он взял грехи мира, паче числа песка морского, на себя. Для тех, кто и живет сейчас, будет жить и жил, Господь избавил нас вечного мучения, даровал нам жизнь вечную и вечное блаженство. И, конечно же, хотелось бы всех научить правильно креститься. Мы складываем руку
Три пальца складываем, два пальчика прижимаем к ладошке, тем самым мы исповедуем Святую Троицу, и два пальчика прикладывая к ладошке, мы говорим о том, что Господь был и Богом, Господь Иисус Христос был и Богом, и человеком. Мы должны накладывать крестное знамение на лоб, на живот, на правое плечо и на левое плечо, говоря во имя Отца и Сына и Святаго Духа, тем самым благословляя себя. Мы проезжаем мимо храмов православных, мимо поклонных крестов, мы должны вспоминать все-таки как Господь претерпевал страдания и мучения за нас с вами. И мы своей жизнью должны не распинать Господа, творя беззаконие и грехи, а наоборот, исполняя заповеди и постановления Святой Православной Церкви, стараться жить благочестиво, чтобы встретиться с Господом в вечной жизни. Вот к чему мы должны с вами стремиться, дорогие мои. Будем благоразумны, и это место для поклонения, это место освященное, святое, пожалуйста, относитесь к этому месту как к святому, и не творите здесь беззаконие. С праздником!